Всем доброе утро, пол восьмого утра, без изменений, кофе, без сахара и молока. Сейчас пол девятого утра, мой чернослив заканчивается, тут 4 штучки, по-моему, осталось, ну, либо же они склеены, ну, по-моему, или 5, или 4, ну, короче, сейчас я съем 3 штучки, и поставила воду, сварю себе на обед супчик овощной, не хочется, правда, но думаю, надо. В общем, сейчас 9:30, у меня второй завтрак, потому что, типа, первый это был кофе, потом там черносливчик я скушала. И вот я решила сделать себе такой вот овощной салат. Хочу сегодня как-то более-менее растительный день сделать. Здесь у меня зеленый сладкий перец, листья хассы. А то я, знаете, в одном из видео сказала не хасса, а халы. Халы — это вообще булка, блин. Ну, когда быстро начинаешь, как-то вот не перестраивается у тебя язык. Вот. И четвертинка авокадо. В общем, лимонный сок, оливковое масло и щепоточка маленькая кунжута. На обед я уже себе приготовила овощной суп. Когда приду, надеюсь, я его покушаю. Хотя супы я ненавижу, а тем более овощные, ну, что поделать, надо. Ну что ж, вчера меня там у моря очень сильно солнце, там же открытая местность, ветер, соленая эта вода, морской бриз. В общем, хорошо мне так обветрило лицо, прям такое ощущение, что это аллергическая реакция даже. Потому что все лицо тупо в пятнах, в красных. Блин, это жесть. Я не знаю. Вот я сейчас, короче, умылась. Сыворотку нанесла эту Виши. И сверху я хочу намазаться этим кремом. Потому что у меня нет крема хорошего какого-то для лица. Чтобы содержало 50 SPF. Потому что здесь надо в Израиле, чтобы в креме было не меньше, чем 50 SPF защиты от солнца. Это, блин, жесть какая-то. Вот в Good Farm я взяла, он более такой легкий, потому что доктор Фишер, который я покупала, я им только могу реально на пляже пользоваться. Вот так, чтобы намазаться и ходить целый день. Вот сейчас вот этим намажу, не знаю. Это, конечно, да. Сначала у меня лоб скорее от первого хамсина и жары. Вчера вот такая ситуация. Вот сегодня хочу этим намазать. Тем более, сегодня вроде как тоже хамсин, потому что написано плюс 31, плюс 32. Офигеть. Так, друзья, я сегодня в платьишке. Выхожу на улице. Как-никак сегодня будет 31 градус. Сейчас уже, наверное, 28-29, я не знаю. Потому что мне на 11 на работу сегодня. Короче, жарко. Я реально вышла, мне жарко. Вот даже вот так, в платьишке. Поэтому девушка, которая мне писала, что серьезно, 30. Так вот, сегодня больше 30 будет. 5 марта, хотела сказать апреля. 5 марта, в общем, друзья. И Пурим все ближе и ближе. И вот там вот, я слышу вдалеке, там школа. И по-любому там уже пати. Кстати, сестра мужа скинула мне утром со своего балкона, она снимала. Там у них тоже рядом школа, и там было шествие. Потом позвонил Антон, говорит, сейчас он едет. Говорит, тоже здесь шествие, перекрытые дороги. Я говорю, блин, а я когда увижу шествие, что же хочу посмотреть? Ну, в общем, шествия у нас должны быть вроде завтра на Герцеле Ротшильде. Я уже об этом, по-моему, говорила. Ну, надеюсь, что я все-таки что-то тоже увижу. И я слышу музыку. Я сейчас буду мимо школы проходить. Возможно, что-то сниму. Думала, это все. Все продолжается. Еще колонны, еще. Там вон гигантский Пикачу идет, ростовая кукла. И они растянулись, там вообще их видно еще вот со стороны, там тоже детки идут в разных костюмах. Я не знаю, просто тысячи. Это уже едет еще третья, наверное, уже машина и колонна. Где-то вообще классно. Все в костюмах.
там типа чуть-чуть идет. Боже, как жарко! И это еще 11 нет. Как бы. Ой, блин, а там за забором, наверное, я уже увидела. А, блин, там танцуют дети. И я сейчас такая за забором буду снимать. А, капец. Смотрите. Смотрите. Вот видите. Племяшка тоже. Она поменяла костюм. Сестра говорит, сегодня она русалочка. Блин, ну они далековато, чтобы вам снять. Смотрите. То есть у них сегодня просто как утренник. Это в школе. Капец, смотрите. Фоткаются. А, боже, как жарко. Я такая, сейчас охрана скажет, ты чё, девочка, иди отсюда. Индейка, вон. Девочки-ангелочки. Поняли всякие. Ой, фу, боже, жарко. Я с ума схожу от жары, честно. И вот сейчас это солнце после зимы, оно самое-самое такое термоядерное, потому что тело отвыкло, тело было все как бы в вещах, а тут оно все оголено, блин, ну. Кстати, это платье у меня почему-то было зимой в шкафу, я не знаю почему, именно поэтому я его одела под футболку, ну короче, потому что другого мы так ничего и не достали, не было времени. Антон там с машиной вчера после приезда возился. Короче, вообще, там туса такая. Ой, я в шоке. Вот такая в платьюшке под футболочку. Это мой второй пластырь, уже такой не очень свежий. Вот. И вот, вот, вот. И лицо мое, конечно, пострадало вчера сильно. Подниматься буду. Сейчас заскакивать. Вот. А наша тоже русалочка сегодня. Видите, вот как девочка идет. Русалочка. Ху, боже, быстрее бы в тенек. Не-не-не, на хамсин и тошнота, и головная боль. Это. О, Антошка уже дома. Обедает. В общем, сейчас без 15 час. Буду я обедать. Суп, который я готовила утром, я немного сбила в блендере. И там такие же были замороженные, в основном овощи. Они моментально превратились в пюре. А вот картошка, которую я добавляла, ну, такие вот кусочки остались. Я не стала долго этим жужжать блендером. В общем, посолила, поперчила, чтобы он был достаточно остренький и лучше мне заходил. И вот сейчас хочу вот такой кусочек замороженного шпината добавить. Чисто так. Витамин. Правда, суп горячий. Я же говорю, я не хотела термообработку никакую. Суп-то горяченький. Ну, в общем, такой у меня будет сегодня обед. Сейчас вынесу мусор. Там Антон должен возиться с машиной во дворе. Блин, как я не люблю, тем более в Хамсин. Вот, да, после обеда музыка у Антона гэпэджа с мусором, короче. Блин, вот это вот работа и все такое, тем более, когда вот это жарко. Очень и душно. Он стоит, 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 стоит. Надо спрятаться. Да
уже не видит. Ну что, как дела? А? Ничего. Я смотрю, руль сняла дальше. Ладно, я пошла. Раз. А в ответ тишина. А в ответ тишина. Сейчас звонила с мамой, разговариваю. Она, и что ты так пойдешь, раздетая? Ты что, говорит, уже сделала тебя к вечеру, ну, 4 часа. Я говорю, мам, у нас хамсин, плюс 32. Я сейчас иду настолько душно, что это просто... Ну, понятное дело, что для человека, которого там дубарь, это выглядит странно. Ну, если честно, для меня даже это выглядит странно, потому что еще там несколько дней назад и холодно было, и одето достаточно тепло. И как бы сейчас вот такой ветер, ветерок, он такой, знаете, ощущение духовки. Как будто я просто в духовке томлюсь и поджариваюсь. Очень. Я вот иду, мне реально жутко жарко. Просто вот. Фу. Ветер горячий, во рту пересыхает, в носу пересыхает, вон девочка, кися идет, видите? Ай, тоже кошечка, леопард прикольная, как и племяшка. Тоже она уже была и чермандера, и леопард, и сегодня русалочка она. Сестра звонила утром, ой, не звонила, писала, говорила. Потом мне еще надо в магазин. Я хочу себе на ужин там кое-что докупить к ужину, на салат. У меня сегодня растительный день, питание, разгрузочный. И не знаю, клюкву там еще хочу посмотреть, потому что бананы есть, они же поспели у меня, в конце концов, те, которые я на плантациях тогда натибрила, аж 3 штуки. Я такая, Антон, говорю, блин, если бы знала, что они так поспеют, вроде нормально, и все. Надо было больше. Ну да, целую пальму, говорит, надо было. Шить. Я говорю, ну да. Вот. И овсянка есть. И эти печеньки, ну реально, они вообще крутые, классные. Очень вкусные и насыщают. И диетические. Видите, как будто осень, опали листья от жары и хамсина. Ощущение, как будто осень, да? Ужас. Листья не выдержали этого жара. Просто. Тоже стоят в аксессуарах. Такие же, как я говорю Антону, одевать и без всяких проблем ходить. Блин, уже вечер, уже прям так это и так жарко. Просто аж голос хрипнет на самом деле, потому что от хамсина настолько пересушивает, короче. Зашла я в магазин, купила себе на ужин на салат свеклу, уже готовая здесь отваренная. Сначала хотела купить, запекать, потом думаю, так, короче, когда я это буду делать, запекаться достаточно как бы долго. В общем, клюкву еще взяла и чернослив. Но в этом магазине на самом деле ни клюква, ни чернослив мне как-то не очень нравятся. Вот те, что покупал Антон в таком магазинчике, он там много всяких орешков еще покупал себе. Вот там было классное. И клюква, и чернослив. Просто бомбезный. И цены в половину дешевле. Блин, ну там реально классный магазин. Взяла 2 луковицы, короче, там. И взяла клубнику. Тут вообще меньше, наверное, чем полграмма, полкилограмма, потому что... ну, мне, кстати, клубнику можно, она же как бы такая кисленькая вроде. Итак, без 15:05 вечера я уже съела 2 чернослива, забыла просто снять, типа перекус, потому что после супчика своего я больше ничего не ела, и вот у меня тут 1,5 печенюшки осталось, овсяные, которые я делала вчера. Решила сейчас себе сделать салат на ужин, чтобы он устоялся. Порезала вот эту уже готовую отваренную свеклу одну. Залила чернослив кипятком, чтобы, ну, очистить его и размягчить. И походу у нас сгорел электрочайник. Ну что за фигня? Я воду кипятила в сотейнике.
Жесть. Я взяла где-то здесь 5 ядер грецкого ореха, просто некоторые целые, а некоторые поломанные, поэтому, ну, как-то так, на глаз. Сейчас измельчу ступкой. В общем, измельчила я вот так вот орех, потому что я не хочу, чтобы он был крупный, его прям чуть ли не в пасту, и сейчас выдавлю 2 зубчика чеснока. Сюда тоже все перемешаю, добавлю к свекле. Так, добавила, сейчас перемешаю, чтобы чеснок просто начал пропитывать ингредиенты. Потом еще подумаю, что еще добавить. Либо я добавлю сюда вместо сметаны йогурт. Может быть, вареное яйцо, в чем сомневаюсь. В общем, я подумаю еще. Добавила 3 чайные ложки бифидо йогурта. В общем, друзья, настоялся мой салатик. Не обессудьте. Не стала я его пересыпать, потому что мне эта грязная посуда, ну, уже просто заколебала. В общем, это мой будет ужин. Сейчас 7:30. Жарятся котлеты. Знаете, я их терпеть не могу жарить, а особенно, когда я их еще и не ем. Это вообще... В общем, больше сюда я ничего не добавляла, вот так как йогурт добавила, перемешала. Салат настоялся, сейчас я его буду ужинать. Ребят, решили мы сегодня разрезать арбузик с холодильничка. Как и ожидалось, по-любому фигня, судя по цвету, и еще и семечки. А сколько килограмм стоит? 4,90. Я вчера видела 5,90. Жесть. Ну, такой же. Так он же маленький. Ну, понятно. Это может стоить 8 шекелей, блядь. В общем, что вам сказать? Немного я не доела. Не такой уже вкусный этот салатик. Ну его нафиг, вообще мне такой не нравится. Но это типа для пищеварения полезно. Буряк, йогурт, чернослив. Но вообще мне не зашел этот салат. Вот все, что до этого ела, мне все нравится. Ну, кроме овощных супов, конечно. Но вот этот салат, бля, это вообще не мое, но иногда такое нужно кушать. Я вот подумала, почему бы мне не сделать винегрет? Ну, уже, естественно, не сегодня. Так что, друзья, на вот такой вот ноте я буду с вами прощаться на сегодня. Всем большое спасибо за просмотры ваши. Подписывайтесь дальше на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем пока-пока!